будущий олимпийский чемпион Владимир Шаранихин первый раз в жизни встал на лыжи. И у него очень-очень хорошо получается. Давай, чемпион, едь. Первый раз в жизни мы встали на лыжи. Вообще, 2019 год для нашей семьи знаменательный. Первый раз мы с Владимиром встали на коньки. И первый раз в жизни Владимир встал на лыжи. Вот она, подрастающая смена юных чемпионов. Да, Вова? Да. Ну, молодец, отталкивайся. Давай. Ой, ничего страшного. Позвольте вам, чемпион, помочь. Ой, чемпион сам встал. Давай, давай, едь. Покажем маме. Маме, как ты ездишь. Давай, чемпион. Вот так вот приехали мы покататься. Ничего страшного, вставай.